Парковка в неположенном месте не только затрудняет движение, но и создает опасность. Если автомобиль припаркован возле пешеходного перехода, он затрудняет обзор. Из-за этого могут пострадать люди. В период каникул ГАИ усилили контроль за соблюдением правил остановки и стоянки. Если вы нарушаете, вашу машину эвакуируют. Ну, в основном водители стараются парковаться без нарушений правил дорожного движения, но, как видим, есть случаи, где вызывают, приезжаем, реагируем, отрабатываем территорию и все заявления, поступающие от граждан. Много рисков. Это приходится людям выходить на проезжую часть дороги, и не каждый водитель может среагировать и вовремя остановиться. Так, дети, они могут выбежать резко, неожиданно даже для родителей. И в итоге получается не очень хорошая ситуация. Если нарушение зафиксировано впервые, в течение года выносится предупреждение. Ситуация повторяется, штраф от одной базовой. Однако сама эвакуация виновнику обойдется 80 рублей, плюс хранение на штрафстоянке 7 рублей в сутки. Если хотите сэкономить свои силы, время и деньги, лучше изучите правила дорожного движения и не нарушайте их. Каролина Прокофьева, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».